Хейо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру по названию Море. Это уже третий дубль, потому что я не знаю, что делать. Я как вхожу в ту локацию, у меня просто крашится игра. Окей, давайте я расскажу, что так за эти три попытки считайте. Я знаю, как сюда попасть. Мы с вами растения посадили, теперь можно залетать туда, куда нельзя было раньше. Здесь, короче, есть кристальчик авантюра. Вы получаете новый осколок душ. С ним враги становятся более живучими и будут наносить больше урона. Зато вы сможете получать из них больше духовного света для использования так. В плане духовного света мы получаем с вами на в два раза больше. А вот по урону и живучести у врага на 70% становится больше. Незначительно, но все-таки ощущается. Дальше, что еще? Оказывается, способность взмах является активным. Мы теперь можем взмахивать и парить. Оказывается, сюда можно было попасть с помощью парения. Но так как нам туда идти, я вам покажу, что я еще тут нашел. Так, ну это понятно, мы сдуваем. А понял я и нашел здесь это с котлом. Я понял, как разморозить лед, ребята. Но для начала мы с вами сразим вот этого вот здоровяка с помощью нашей активки и ударом всплеском, даже так сказать, энергии. Ой, не то. Так, взмах. Теперь что нам нужно делать? Нам нужно огонек ловить и подбрасывать. Все, мы разморозили, лед разморозился. Вот это я удивился, эта херь оказывается живая. И она умирает. Здесь довольно тоже неплохой осколок душ есть. А вы получили осколок душ, с ним вы сможете превращать урон в ближнем бою в энергию. То есть... я могу за то, что я получаю дамаг, восполнять себе, скорее всего, половинку, либо, может, даже меньше энергии. Дальше, куда мы с вами отправляемся? Мы с вами отправляемся Так, подожди, я что хотел еще сделать? А, ладно, не суть. Мы отправляемся сюда, а чтобы сюда попасть, нам нужно телепортнуться вот сюда. Мы сейчас быстренько пробежим там некоторые промежуточки времени и пойдем туда, куда нам надо. Так, сразу ставлю свое оружие и с помощью рывочков двигаемся. Может, я просто слишком быстро двигался, как обычно, и мир не успел прогрузиться, из-за этого, может быть, и вылеты. Ну, слушайте, если так, тогда это все объясняет. Тогда это чисто все объясняет. Но уже мне уже не нужно с вами мучиться, собирать пузырьки воздуха, как раньше, вы помните, мы уже здесь с вами бывали. В принципе, у нас теперь воздух бесконечный. И это плюс, это хорошо, что я прокачал. Сюда я так и не понял, как попадать. Скорее всего, у нас будет какая-то способность, связанная с рывком. Но пока что ее нету. Вот, видели, типа, карта прогрузилась, а тогда я в эту локацию, ну, поднялся, и мне, типа, камера еще держит внизу, когда я уже кручусь наверху. Я такой понимаю. Когда свет разбился на части, сила леса приземлилась здесь. Благодаря ей упадок на... не тронул озера, но ее нужно скорее найти, Ори. Не то она погаснет.
Не знаю, я полностью выключил браузер, я потому что захожу в игры и все в такой в программы с помощью браузера. Может быть, что-то изменилось, поэтому... Anyway, посмотрим, что будет потом. Данные пузырьки являются также батутом, как я это понял. И как раз вот здесь я вот понял, зачем нужны... Ты не знаешь, где теперь Кволок? Говорят, он здесь, в Светлых Озерах. Но я никак не могу его найти. Раньше здесь было не так просторно. Кволок мудр. Надо с ним посоветоваться. Если найдешь его, дай знать, хорошо? Мне нужно сделать так, чтобы немножечко за... О, вот так, да, идеально. О. Ой. Ой, он сейчас взорвется. Пока. Бля. В результате он взорвался. Ну, я нырну вниз. О. А я не сохранился, да? Ну да. Кто сомневался? В принципе, никто и не сомневался. Понимаем. Тут нужно, короче, камень загреть. А, стойте, я сюда попасть пока что не могу точно. Я тут уже пытался. Или нет? Да, я там пытался точно. Я туда пока что никак не попаду. И здесь, видите, ветер довольно сильный, поэтому... А вот этих можно забыть, ребят, потому что... Оказывается, они в воде не издыхают. Некоторые, некоторые, некоторые. Беру свои слова обратно. Некоторые не издыхают. Сейчас с помощью насекомых мы с вами наверх попадем. Бац. Бац. Ой-ой-ой. Но он медленно взлетает. Он хочет, наверное, чтоб я через этот полетел. Ау. Сколько там магии я получил? Много. Ну, пока что не видно, чтобы были какие-то фрезы. Надеюсь, я не сглажу себя. Бац. Бац. Так, ладно, давайте еще один хил. Возьму камушки. Вот, вот этот тут, кажется, может ходить. Бля. А хотя я ход открыл, поэтому можно сюда нырнуть. А, я ж там точно. Там же поток воды. Забыл. Вот, да, и здесь нас с вами как раз и учат использовать. Бля, я просрался. Бросил рыб... Так, рыбки наживку, она мне чуть крыло не оторвала. Вот и рыбалка здесь теперь.
Жаль, мы не умеем делать так же, как подводные цветы. Они втягиваются, лишь почувствовав опасность. Ну, бы и перья у меня не в хвосте так умели. Тогда рыбачить было бы не так больно. Так, сюда пока что я попасть не могу. Шш, не двигайся. Всю рыбу распугаешь, они тебе еще... Они еще те пронеры. Вот бы у меня была сеть, но моя сеть сломана, а починить нечем. У тебя ведь не найдется ниток? Или даже сети? Нет? Ну ладно. Ту-т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 у. Кусочек кристалла. Ту-т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 у. А, здесь, короче, гоночки, ребят. Бац, бац. Все. И мы открываем для воды поток. Теперь я могу пойти пузырики туда сдвинуть. Сейчас попробуем. Я просто вот это вот еще не делал. Мне просто интересно, что будет, если... А. Понимаю. Пойди, да, наверх можно попасть, потому что-то будет ценное, мне кажется. Хотя я туда могу попасть с другой стороны. А я что, этот не забрал? Маля. Ладно. Так, как бы это провернуть, интересно. В принципе, только так. Рай, срал. Вот так, вот, вот так вот. Вот так вот. Плюс руда. Ау. Я не хотел. Так, ладно, отхилиться. Хотя мог бы здесь это сделать, плюс сохранение произвести. Так, ладненько. Давай. Так, осколок духов. Используйте его, чтобы импульс наносил урон для использования. Ну, импульс имеется в виду, когда мы отскакиваем, чтобы он наносил врагам урон. Только зачем мне это? Бля, шарик испортил, ладно. Как я могу сюда и так попасть?
Так, здесь лучше, конечно, вот эту сейчас поставить, потому что здесь будет сейчас битва. Потом я встретил Квока и все. Вот это как раз из тех, которые... Который может, так сказать, лазить. Так, поглощаем воду. Вот здесь я вот смотрел, там что-то есть под низом, там какие-то проблески чего-то, да, есть. Видите, тут закрыто. Пока что. Это пока что. Сюда я тоже могу попасть, ну, за осколочком, да? Лучше пойдем за осколочком, так ведь. Мы знаем с вами пути, как достать то или как достать это. Вот и все. Вы получили новый осколок. С ним вы сможете получать, так, из врагов больше сфер энергии. Вот здесь можно забайтить и забрать. А тогда мне получилось. Ау. Чё? Забайтено. Ну, ты вылазишь оттуда? Бац. Картограф. Приветствую. Гляди, сколько тут разных цветов и оттенков. Даже не верится, правда? Открою тебе секрет. Я сюда схожу за чернилами. Из кораллов получается замечательный красный пигмент. Не желаешь приобрести карту? Давай, благодарю. Карта на самом деле там довольно большая, как вы видите. Мы этот проход сможем открыть через вот этот проход. Но здесь что-то есть наверху. Тут нужно пузырьки запустить и механизм открыть. Так, теперь мне нужно там, да, ворота открыть. Бац. Денежка, 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 денежка. Так, туда, здесь я, в принципе, могу взорвать проход вот там для пузырьков. О, Квалок. Здравствуй, дитя, рад тебя видеть. Я не весь сколько не покидал свою лощину, но благодаря тебе я обрел надежду. Сила леса где-то здесь. Но есть еще кое-что. Уже знакомый мне смрад. Нельзя терять время. Потолкуем. Когда ты ищем огонек? Бац. Блин. О, загадочное семя. Вы нашли новый предмет. Загадочное семя. Для него исходит тесное свечение.
Я вас понял. Я вот это я не находил, я только с Квалком поговорил, у меня тогда игра вылетела. Я такой, понятненько. Все ясненько. Так. Ну, в принципе, я мог бы сюда попасть и через эту проход. Поэтому, ребят, сделаем так, как нам говорится. Поэтому сорян. Хотя мне такое предчувствие, что здесь меня не пропустят. Я умный. Я знал, что я говорил. Ах, да уж. Почему? Я вас понял. Так, отсюда будем смотреть. В принципе, под воду можно. Сразу же. Сразу же. Понимаем. Так, сразу проходик открываем. Я просто не врубаюсь, смысл мне сейчас туда идти. Типа, я могу сначала сюда сходить, посмотреть, разведать, так сказать. Местность. Стоп, типа прохода нету. Там сокращение пути. Вот, ну что. Какого черта? Мне вот это бесит, почему он цепляется за эти? Используем окружающую среду. Я знаю это место, я знаю эти гонки. Поводи туда-сюда. Только мне нужно путь сразу будет открыть. Через который он полетит. Ну пойдемте выше, чем мне. Ну что, по-вашему, сложно? А нет, все нормально. Тут нулевая сложность. Но я, кажется, все равно просрал момент, когда нужно было. Хотя... готово. Дальше, куда мы там можем попасть? Вверх либо вниз. Давайте вниз, потому что там что-то есть.
странное место с пузырьками. Сфероманы, почему бы и не забрать? Так, пока я отсюда не спрыгнул. Готово. Так, это было задумано так. Или нет? А, все нормально. Блядь. Давай. Блядь. Давай. Давай. Оп. Бац. Ага. Ага. А нахера мне это нужно было? Если стену он не ломает. Я просто не могу понять, для чего мне нужно было тогда этот, ребят, взорвать, если стена не взрывается. Странное дело. А, теперь сломало. То скорее всего промазал. И так оно получилось. Ну лучше пускай да, свечение вместо лука. О, дерево. Подводный рывок. Вы освоили новое умение. Нажмите кнопку под водой, чтобы сделать рывок. Вперед сделайте рывок, находясь у поверхности воды. Как я понял, это работа то же самое, когда как с этими, да? Ну да. В принципе, да. Теперь я могу еще больше локаций изучить. Хотя подводные я вообще не помню, чтоб локации такие какие-то были.
А мы сейчас с помощью пузырька залетим туда. Бля. Расрался. Ладно, с помощью следующего пузырька. Окей. Что далее? Нет, я просрал рывок. Ладно. Не беда, наша горечь не такая уж. Ое, уе. Е-е-е, я получил дэмэдж. Бэм. Типа это на скорость? Я правильно понял? Да. А, хотя не нормально. Нафиг, как торпеда летит. Опа. Опа-на, что я нашел? Опа-на, опа-на, энергия. Блюм. 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 Блюм, блюм, блюм. Блам-блам. Опа, какой метки, да? Плюс фрагментик жизни. Взи. 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 Вью. Ауч. А, в принципе, я отсюда мог. Ну. Я человек. Простой. Мне многого не надо. Ну что, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом вот моменте закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.